Добрый день, мои дорогие, уважаемые подписчики, гости канала. На связи канал «Что в старой шкатулке». Всех приветствую. Мира, добра, хорошего настроения, крепкого всем здоровья. Сегодня у нас снова ваша любимая рубрика «Покупки у населения». То, что принесли мне люди на продажу. Сегодня нам Света пришла в гости. Светлана принесла нам по объявлению. Я сработал объявление, и люди позвонили. Вот предлагают выкупить вот такие вот вещи. Есть советские книжки. Вот такой вот теремок. Кто-то меня из моих подписчиков спрашивал за книжки, я уже даже и не помню. Ну, книжки старенькие, ребят, ну, в таком состоянии, видите, то есть, ну, время прошло, и что сохранилось до нашего времени, это 50-е годы, как теремок, шарик, вот, пожалуйста, Росгизмеспром, 56-й год. Тоже интересная книжечка, смотрите, какие красивые здесь рисуночки. Вот, пожалуйста, дедушка ругает собачку, что-то она тут натворила. И тут он знакомится с лошадкой, он знакомится с муравьем. Вот это вот познавательные книжки для наших детей, действительно интересные. Так, ну и вот «Знаешь ли ты?» тоже такая старенькая книжка, 56-й год. Тоже, смотрите, здесь все есть, красивые очень рисунки. Конечно, очень красиво рисовали художники. Сейчас таких книжек уже не найдешь. Потом у нас рассказы в картинках, тоже 58-й год, Ленинград, Министерство просвещения РСФСР. Смотрите, видите? Вот такая вот книжечка-альбом. Так, книжечки покажем. Кто это такой котенок? Вот тоже 50-е годы. Есть у нас «Ночной гость». Девочка, вот, пожалуйста, такая тоже картонная книжечка для самых наших маленьких подписчиков. Потом горит вот спички. Спичка, деткам, не игрушка, конечно, нужно прятать. Так. Вот такая вот тоже интересная книжечка. Какой-то год здесь не понять. Ну, посмотреть нужно. Песенки. Советские песенки. 55-й год. Тоже, ну, в таком состоянии не очень, видите, сами не коллекционно, видно, читали где-то в детском саду, дети выросли. Итак, «Шел по улице солдат», 78-й год. Ну, вот это уже современная книжечка. «Живая шляпа», 74-й год. «Заплатка носов» для самых маленьких, 79-й год, год моего рождения, кстати. Так, «Приключения Тяфа». Тяфа. Это у нас 69-й, «Родничок», видите, вот такая вот книжечка. О, у меня такая была, «Дядя Вася Денисюк», рисунки автора. Так, «Мудрая мышка Кася», это современная, это современная. И вот самая такая интересная книга «На память Коли Видоли», 1917 рик, Смольный, Петроград, 80-й год, «Колыбель трех революций». Ленинград с рисунками черно-белыми. Так, ну, самое интересное, конечно, куклы. Куклы вот такие вот попались, куклы. Принесли куклы. Вот такая вот девочка, я знаю, что у меня и собирают, коллекционируют куклы. Паричковая, вот видите, у нее клеенные волосы. В таком вот наряде, нету тапочек. Но состояние неплохое. Хорошее состояние куколок, отличное, неплохое состояние. Есть вот такая еще девочка, ну, немножко, видите, загрязнение одежды, тоже паричковая куколка. Есть такой вот мальчик, вот такой вот мальчик, сейчас мы его с такой вот, смотрите, какой у него жупан такой, в украинском таком каком-то стиле он, видите, казачок, да, Света, правильно, казачок, правильно, подсказывай, потому что, смотрите, видите, барельефные волосы у нее, касочка немножко стерлась, но наряд очень красивый, смотрите, все в таком-то национальном стиле. Здесь должна была быть еще головной убор, у него нету, такая вот кубаночка, знаешь, должна быть, ну, где-то утерялась, наверное, там, ну, все-таки, ну, самое, что интересное, что уже дошло до нашего времени, это уже хорошо. Ну, и вот такой вот самый маленький пупсик, смотрите, самый-самый маленький такой резиновый пупсик. И у нас еще есть, ну, это не старинные вещи, но для интерьера, для на балкон поставить можно сюда какие-то вазоны, кто выращивает. Смотрите, тут еще такой жук прилетел к нам, смотрите, такой жук доктора Айболит. Смотрите, все это сделано из лозы, красиво так все оформлено. Ну, неплохая такая вещица.
И вот такие вот горшочки. Главное, что оно все ездит. Смотрите, все оно ездит на колесиках. Красивая такая вещь. Все сделано вручную. Тоже интересно для кому-то будет выращивать какие-то цветы или вазоны на балконах. Вот такие вот изделия из лозы. Ну и так. И вот такой вот рог. Отдай рог, я тебе говорю, как в том фильме про Шурика. Рог какой-то буйвола, наверное. Ну один. Второго нету. Еще не отлетел. Не отлетелся. Ну, все еще впереди. Так что вот такие вот сегодня у нас покупки, мои дорогие. Это книжки, это куклы. Куклы, конечно, мы купим, потому что куклы мы собираем. Куклы для нас это самое главное. Книжки я не знаю, брать их не брать. Может быть, кому-то подарим. Ну и вот такие вот из лозы интересные вещички. Все. Вот такое вот коротенькое видео у нас на канале «Что в старой шкатулке». Всем мира, добра, хорошего настроения. Всем удачи, до новых встреч в эфире, ждите новых видео и новых интересных покупок на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, удачи, до новых встреч, берегите себя, не болейте. Пока.